Данное соглашение, оно позволяет нам двигаться и привлекать инвестиции для реализации солнечных электростанций на территории Оренбургской области. И, соответственно, дальнейшие шаги, это они как бы все в этом постановлении прописаны. То есть получение гарантированных точек подключения и строительство станций на основе солнечных батарей. Для нас это и аренда земли, это и рабочие места. Первый шаг, наверное, он сделан сейчас, да, но этому предшествовала определенная работа переговорная. Мы сегодня подписали, и вот с этого момента мы сейчас определим, и восточные районы области у нас достаточно солнечной энергии, и вообще у нас в Оренбургской области суммарная солнечная радиация ровно такая, как в Крыму.